Переводчиком, быть может, отнюдь не каждый человек. Словарями обложившись, сидит и думает за всех. За китайцев, за индусов, за английских чаелюбов, за немецких пивоваров, за испанцев, за арабов. Переводчик – душа мира, с каждым он заговорить готов. Знает он много нюансов, тонкостей различных языков. Нипочем ему винды десятые обновления, знает он различные шрифты. Он готов всегда на лингвистические приключения, аллегории, метафоры, залоги, авторские все финты. Переводчик, он как орядный нить, подскажет путь заблудившемуся в мультитране, в лингве и в гугле. Лингвистических наук он мастер, международный путь к объединяющей мечте. Понимать друг друга мы когда-то разучились, когда аж в небеса осмелились взглянуть, то вавилонский миф довольно скучный. А наша современность такова, без переводчика ведь за границей будет жизнь твоя трудна. А он готов сидеть часами, забыв про время и про сон, переведет десятки тысяч знаков за ночь. Все, лишь бы был коммуникацион. Браво! Спасибо! Здорово! Мы приглашаем...